Коллектив телеканала МТК «Видео» и медиахолдинга «Вечерний Магадан» выражают глубокие соболезнования родным и близким Давида Исумуровича Райзмана. Педагог и учитель, историк и краевед, журналист Давид Исумурович ушел из жизни 21 мая после продолжительной болезни. Ему было 79 лет. Последние годы известный магаданец провел в Санкт-Петербурге. Давид Райзман родился в Магадане и всю свою жизнь посвятил изучению и популяризации истории нашего края. С 1967 года преподавал отечественную историю, обществоведение, краеведение, основы государства и права в школах Магадана. Работал в областном институте усовершенствования учителей, побывав практически во всех поселках Колымы и Чукотки, изучая опыт лучших педагогов и разрабатывая учебные программы для детей и взрослых. Город соболезнует близким и родственникам Давида Исумуровича и скорбит вместе с ними.